Я вас всех приветствую. Мы продолжаем проходить на пороге войны предстояния. Миссия у нас разведка. Нужно разъедывать точное количество танков и террористов в квадрате каком-нибудь. Три квадрата. Вот они. Наши танки планируют провести наступление, но нужно точное количество бронетехники и живой силы. Вы опытный сержант, и мы поручаем вам разведывать это задание. Место вашей дислокации тут. Ясно. У нас есть три помощника. Два помощника. Спасибо, я бы никогда в жизни не догадался, как бинокль использовать. Итак, мы уже можем увидеть. Говорит Альфа, на долине находится два повстанческих Т-72, одна БМП и два Т-55. Куча боевиков. Я отправляюсь дальше. Да, вот Т-72. Нет, Т-55. Вот это Т-72. БМП. Нет. Постойте-ка. А, ну да. Всё. Всё правильно. 12 o'clock. Man, 500. 12 o'clock. Unknown. Soldier, 500. Сейчас проверим. Итак. Ну, пока что здесь смотрите, я посмотрю. Там. Проверьте еще активность в Юдове. Проверьте активность в Юдове. Хорошо, как-нибудь заглянем. Итак. У нас там лагерь. Еще такая прикольная пушечка с коллиматорным прицелом. Говорит Альфа, на проходе от долины вижу Т-80, Т-72 и БМП. Как всегда, много боевиков. Я отправляюсь к Юдову. Конец связи. Так, доложили. Идем дальше. В принципе, наш герой сам рассказывает, что там. Ой, что-то так. Что-то я слишком так дерзко подошел. Говорит Альфа, на Юдове вижу скопление танков и гранатометчиков. Как слышите? Прием. Значит, нам надо задуматься о скоплении в Юдове. Они могут оказаться очень сильным препятствием во время наступления. Но это уже не ваша забота. Ага, выполняйте задание дальше. Конец связи. Теперь Апатов. Спокойненько. Как написано в задании, главное никого не убивать. Что-то. Есть какое-то количество бронетехники. А мы идем в Апатов.
Не знаю, зачем мне дали двух рядовых еще. Они как балласт висят. Мне еще ответственность за них как бы. Итак. Спокойненько. Итак, наблюдаем. В Апатове два танка и множество боевиков. Как слышите? Прием. Слышу вас хорошо. Отправляйтесь в точку эвакуации в квадрат Эко Альфа 5-0. Я не знаю, как вот этот вот пункт выполнить. Отходить скрытный... Ага. В общем-то, отступить Roger. Нужно. Это можно сделать. Мне показалось. Что только не померещится. Показалось, что 4 повстанца бежит. Это, наверное, были кромки деревьев. Или еще какая-нибудь штука, или мне вообще померещилось. О, привет. Как дела? Да, я все правильно сделал, надо было сесть рядом с этим чуваком. Задание выполнено. Все позиции и количество противника обнаружено. Отлично, сержант.